Ровно 12 часов двери одного из павильонов торгового центра Кумертау открылись для посетителей ярмарки. Принести ненужное и найти необходимое. Получить бесплатные вещи мог каждый желающий. Как в сказке, неравнодушные кумертауцы создают маленькое чудо для своих горожан. Ну, я думаю, просто у людей есть вещи. Неплохие вещи лежат, куда деть некуда. У меня вот костюмы, допустим, были. Хотела комиссионный магазин отнести. Магазинов тут таких нет. Но вот услышала в рекламе, думаю, пойду, отнесу. Новые, как бы, вещи ни разу не одеванные. Может быть, кому-то пригодятся. Пенсионерка Эмилия Александрова постоянно принимает участие в ярмарке. Недавно она побывала в городе Казань и посетила одну из таких акций. Был такой момент, в Казани была выставка, барахолка, очень много отдала сувениров, значков, все, что, казалось бы, мне уже теперь не нужно. Я очень довольна, что эта вот программа и эта ярмарка, она в нашем городе. Ярмарка от слова «дарить», говорят организаторы. Все товары или подарки дарители несли всю неделю в чистом и пригодном для дальнейшего пользования виде. Основная цель – помочь одним обрести, а другим избавиться от ненужных вещей. Такие социальные акции уже не редкость в больших городах, и мы тоже присоединяемся к этой большой работе. Я думаю, что это очень полезная площадка, во-первых, для общения людей и обмена ненужными вещами, которыми мы можем поделиться с другими. Бесплатную ярмарку посетило около 600 человек, от школьников и студентов до пенсионеров. Практически каждый приносил свою ненужную вещь, взамен брал любую понравившуюся. Вещи, которые могли оказаться на свалке, находят свое место на ярмарке. Довольны от мероприятия остались не только организаторы, но и жители города. Люди вот все смотрят, берут, покупают. Это все же бездарно дают, люди приносят. Все равно же вот кто-то не носит, выбрасывали все это, выносили на мусор, а может кто-то поносит еще. Не все богатые, можно прийти посмотреть, правильно же? Не все богатые, а здесь смотри, какие вещи все хорошие. Вообще молодцы. Я в шоке, первый раз такой вижу. Сама не здешняя, приехала только в гости. Приятно, доброта. Кругом добро. Все улыбаются, все довольны. Добрые дела на этом не заканчиваются, говорят организаторы. Подобная социальная акция станет теперь для города традиционной. Интерес очень большой у горожан. Мы этому очень рады. Эту традицию мы будем продолжать. И я думаю, что периодически объявлять такие ярмарки у нас в городе. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».